сказать, что предвыборная кампания шла достаточно активно, нужно сказать. Со студентами мы обговаривали, разговаривали на эту тему, за кого они хотели бы проголосовать. Они отмечали положительные стороны кандидатов, высказывали и отрицательные какие-то недостатки, высказывали свои по кандидатам. В целом активность ребят очень хорошая. Студенты института управления, все встали заранее, солнечный денек, они уже все на участке. Я думаю, что все мы проголосуем. Приходите на выборы, оставите свою гражданскую позицию. Спасибо университету за такую очень хорошую подготовку к выборам губернатора Оренбургской области. Ура!